после этого. После воды? Да, после толокуни, то после фрифеста, то я в море поплавал, и вот это он иногда мне стал. Я думал, сегодня после лужи. Блин, так у меня получалось так. Не, что-то не то. Что такое? Да стартер что-то. Стартер. Надо постучать. Вот это есть что-то. У тебя? Чем? Вот эта дверь что-то туго открывается. Продавать надо. Там и не постучишь, там защита. Сверху, а тут тоже защита? Блин, защита. Аккумулятор клемма не спал? Да не, оно. Да не, оно клацает. Клацает, ну. Ну давай, давай. Давай толкнем руками. Я буду стучать вот так. А ты... Включатель массы, смотри. Клацает. Где-то. Давай. Давай. Влад, сиди, сейчас толкнем, подожди. Вторую надо скорость включить. Вторую, давай! Давай! Стартер, стартер! Стартер пробуй ставить. Нет, стартер в отказ ушел. Первую тогда давай! Давай! Это что такое? Что-то засосали. Давай, давай, Руслан. А зарядка была, когда вы ехали? Да была вроде. Руслан. Давай. Горки. Давай. Педаль в пол и первую. Давай. Давай. Давай, давай. Фух, запыхались. Сейчас. Приехал стартер английский. Запорожца-то цеплять особо негде. Завели. Опять заглох. Прогазуй! Что-то закапризничал немножко. Не хочет в оффроуд, видно. Придется, братуха. Так, ну что, полетели. Какие классные тут места, слышишь? Вообще такие, летом это все зеленое. Да оно и сейчас такое интересное. Камера, к сожалению, не передает. Все, оно такое более пологое выглядит на камеру, а в реальности... Такой ложбине мы там, ну, сейчас. Это же не все и пишут. Да я там на девяточке проехал. Да, да, да. Что... Они ж так все и пишут, да, что. Камера... Девяточка. Камера, да. Горки. Даже вот ты только что заезжал на эту гору. Камера она... не передает. Нет, конечно, она кажется, ну, горочка там что-то такое. Плоскогорье какое-то. Тут гора. Не, там местами видно, что кто-то ехал и местами очень сильно буксовал. Там очень скользко тоже. Цепи решают. Ну, цепи, конечно. Да. Цепи решают. На каньоне. Так, идем, идем, идем. Вот эта горочка, нам подниматься надо будет? Не-не-не-не, тут сейчас будет заболоченная часть. Вот она уже справа начинается, видишь? Сейчас будет, сейчас будут, будет четкий оффроуд. Уже можно сапоги начинать одевать. Влево, влево. Так мы идем. Или подожди. Что-то он бибикает нам. Не бибикает, туда. Значит, не туда поехали. Разворачиваемся. Кондишн надо открыть.
А вон впереди горка хорошая, смотри. Красивая, с деревом. Куда он нам показывает там ехать? Я что-то не пойму. Да, да. Вот сюда, да. Вот тут уже начинается нормальный бездор. Первое болотце, да? Да, первое болотце. Коксу. Есть. Прошли. Было непросто. Не совсем я узнаю места. Да, тут влево. Узнаю. Узнаю. Тут влево, да. И вот смотри, следы оффроуда былого. Пробуй, чтобы не упасть. Чтобы не упасть, пробуй. Травка тут не скользкая. Ага. Скользко, скользко. Сказал, да? Да. Тут мы можем повиснуть. Тут глубоко. Блин, а как же мы едем, ё-моё. А как он едет вообще? Как? Стой, 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 я выйду, будет легче. Давай. Да, блокировки нету, одно колесо осталось у нас. Просто на колею повис. Ёлки-палки, ну. Ну, четко. Четко шли места. Просто бомба. Подожди, попробуй руль. Да, 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 вот так. Назад только, Влад, назад. Сейчас я попробую проскочить. Подожди, давай назад. Подожди, мы назад вдвоем попробуем толкнуть. В раскачку. Да нет. Повис, да? Так, попробую выстрелить туда. Давай. Так, у Макса опыт большой. И сейчас вперед нас. Он, правда, сам на переднем приводе. Ха-ха, проскочил. Давай, еще не достанет, Макс. Попробуй, потому что... В общем, два монопривода. Так, полный привод один на двоих. Ага. Назад, Макс, надо качнуть. Не сорвал. Ну, там сидит хорошо. Сорвал. Ё-моё. У Макса тут летит такое. Запорожец. Как лодка плывет сзади. Ёлки-палки. Это жестяк. Это кино. Обороты стабилизировались. Так, а вот и горки. Ну тут уже горки другого уровня. Да, на этих шинах даже на передке машинка. Масса V8 едет. Да, нормально, да? Да вообще круто. А на полном, представь, как он едет. Да, на полном повеселее. Что-то снег пролетать начинает. Тут свой микроклимат на Сундуковском. Так, тихо, тихо. На гору будет? Нормальный экшен начинается. Ёханы бабай. О, оттуда надо разломлено. Блин, ну это жестко вообще. Включай. Это просто. Все включено. Это жесть просто. Давай! Что-то он на вторую или что? На третью. Просто вертикаль. Да не, хорош, но нам еще домой ехать. Влад, хорош! Тут, скажу тебе, больше внедорожники не все заезжают. Двигателя не хватает. Да, да, не хватает. Да, не, ну там... А зацепа хватает как раз. И за счет цепей. Да. Цеп хороший.
О, заработал стартер. Ожил. Препятствия еще не все это. Так, вот тут как-то по дороге. Ого, что-то за звуки стали какие-то жесткие. Ничего там не отвалилось. Под нищу что-то, палки, ветки, наверное, там какие-то. Ну, если едет, то я думаю, что ничего не отпало. Если ну да, отпало, так, на... подожди, ого. Слышал? Левей, левей, левей. Левей. Ёха, ны бабай, все. Я уже не выйду. Я уже не выйду. Стой, двери, 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 не. Подожди, дверь закрыть, перекос. Закрыл. Назад попробуй, может. Рано сел. Окно не открывается. Не. А нет, идет, идет, идет. Блин, круто, раскатывай. Давай вперед. Вперед еще. Вот это экшен, блин. Вот это перекос, какой вы видите, вот это он и есть. Пошел, блин, офигеть вообще. Шок просто. Слышай, ну подожди, может я вылезу. Стой, будет легче и помогу толкнуть. Вперед. Если дверь откроется, стой. Нет, дверь не откроется. Дверь просто вот. Мы тут уперлись в землю. Пошел, пошел, хорошо. Пошел. Зарылся. Зарылся, все. Борьба была нереальная просто. Не, ну это круто. Что, выходим через твою? Выйти можно только через тебя. Чтобы я вылез, я если вылез, то может бы и проскочил бы. Все-таки на моей стороне мы лежим. Вот это ехал. Так, теперь Макс. Макс проезжает. Слышишь, давай попробую назад столкнуть тебя. Пошел. Красавчик. Все, теперь вперед на коксе. Газу. Руль не крути ровно. Влад, вперед. Не, выехал назад, вы посмотрите. Знает свою машину лучше, чем я. Не, ну с цепями это шок. Вес решает, мои 100 килограмм все-таки влияют. Видишь, что творит. Ну вот вам и Запорожец. Топ, а не машина. Глуши, держи! Блин. Что-то не то. Так, ну мы тут по низу иногда едем. Не иногда, а всегда вообще. Как все позарастало. Дороги не видно. Где-то рядом бойцы едут. Вот нашлись путешественники. Тут дорога вообще через низ идет. Или дальше через низ. Ну, сейчас будем смотреть. Это то место, где сидел за Лупазу. И всех сносит вот в эту колею. Вот. Где сидел Запорожец. Чуть не так сказала. Так, Крис показал свою возможность.
проезда всем остальным. Такая колонна у нас сегодня нашлись. Мы чуть были отстали от остальных. Передний мост включи! Вот дорога. Что-то они все по лайту поехали. И Леня едет по правильному маршруту. Где-то тут она шла. Дорога. Самурай едет. Тоже не для запорожцев по маршруту поехали, понял? А для нормальных где-то вот тут было, просто ее не видно сейчас. Вот там правее, наверное. Не-не, вот тут где-то дорога была, подожди. Вот, иди, Ленечка, вот дорога здесь. Ленечка едет. Не-не, сюда. Сюда, за мной, я ж тебе показываю, куда ехать. Так, самурай. На бревне. Так. Не-не, бревно объедь чуть-чуть. Объедь. Да, самурай после тюнинга. Это уже другой самурай. Но видите, маршрут неплохой. Рубикон идет. Ну пока просто все. Ну красиво тут. Сейчас мы не доехали еще, наверное. Сейчас не. Не бойся, все будет. Вот сейчас вылезет. Лебедку включит и полноприводную. Так вылезет. Сырвали Камчатки, дрожжи застряли, срубили дерево, березы, посылали под машину, она давит, а я выезжаю. И вывезли вот так вот, без лебедки. Просто березы сломали, все, отщепили, выйдет. Я же говорил, что так не только выйдет. Там уже вытянули. Чероки подсел, там где ты буксовал?
Запорожец на уровне с Чероки. Веталь, 900, да больше не дам. Починил. Поднялась опять цена. Так а страшно, как нам было самим. Четыре ведущих на две машины у нас всего. Поехали, Рот, я тебя прокачу. Поехали.